Друзья, сегодня будем решать с вами вот такое вот неравенство. Нам нужно определить, что больше, а что меньше. 3 корня из 5 против 5 корней из 3. Ну что, ставим на паузу и думаем. А я вам начну потихонечку рассказывать. Итак, что нам в первую очередь здесь хочется сделать? Нам хочется избавиться от того, что нам не любо. А не любо нам корни. Корень из 5 и корень из 3 в показателе. Так? Что нам нужно сделать? Значит, нужно возвести и то, и другое число, либо в степень корень из 5, либо в степень корень из 3. Забегая вперед, можно, в принципе, возвести и то, и другое, что больше понравится. Но, забегая вперед, я вам рекомендую все же возвести в степень корень из 3. Так будет легче и быстрее. Что ж, давайте сделаем это. 3 в степени корень из 5, и все это в степени корень из 3. А тут 5 в степени корень из 3, и все это в степени корень из 3. Что у нас здесь получится? По свойству степеней, раз у нас степень в степень, мы их перемножаем, да? Корень из 3 на 5, да? И заносим все под один корень. Тут что у нас будет? Действуем по тому же свойству, да? Но у нас получится с вами 9, да? А корень из 9, мы с вами знаем, это 3. Так? Ну, давайте теперь посмотрим. Тут у нас получается 3 в степени корень из 15. На самом деле, это очень близко, да, к 3 и корни из 16. Ну, понятно, что вот 3 в степени корень из 16 будет чуточку больше, правильно? Но зачем мы это делаем? Потому что корень из 16 это 4, да? Значит, 3 в 4 степени. Тут же у нас что? Пока так и оставим. 5 в 3 степени, так? То есть, по сути, мы с вами сейчас сравниваем 3 в 4 степени и 5 в 3 степени. 5 в 3 степени это у нас 125. А 3 в 4 степени это у нас 9 на 9, да, 3 во 2 умножить на 3 во 2, это 81. При этом я обращаю ваше внимание, что 81 это чуть больше, чем то, что нас интересует, чем 3 в степени корень из 15. Поэтому тут можно вполне определенно поставить знак меньше, да, 81 меньше 125, значит и 3 в степени корень из 15 меньше, чем 5 в 3 степени, ну и везде у нас это будет выполняться. А значит, 3 в степени корень из 5 меньше, чем 5 в степени корень из 3. И я обращаю ваше внимание на очень такой важный момент. Когда мы возводим в степень, да, мы смотрим на основание. Видим, что оно везде у нас больше единицы, да, поэтому знак неравенства у нас не изменится. И тут тоже, когда мы вместо корня из 15 написали корень из 16, опять смотрим на основание. Оно у нас больше единицы, значит, у нас не изменится знак неравенства. Потому что если бы было меньше единицы, да, то знак бы неравенства у нас изменялся каждый раз при вот этих вот действиях. Если все было понятно, ставим лайк, подписываемся на канал и переходим по ссылочке в описании в мой резервный телеграм-канал, в котором я буду все ждать, если вдруг на ютубе YouTube вырубят, а на дзене закрутят гайки, и там будет все совсем грустно. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, и пока!